Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Диплоплутон, и это видео драки. Обновление 1.14 нам предоставило множество предметов и множество блоков, а еще некоторое количество новых мобов. Первый моб это мародер, второй моб это шитель, и третий моб это разоритель. Итак, сейчас я хочу проверить, что будет, если мы возьмем один из предметов оружия, экипировки, против одного из мобов, разрушителя, извините. А еще они добавили бродячий странствующего торговца, который спавнится постоянно слабыми. В частности, продают всякое разное, бесполезное. Если он видит перед собой хоть какую-то малейшую опасность, то он пьет невидимость. И бык его никогда не увидит. Именно поэтому бродячий торговец может не опасаться никакой опасности. Для него нету ее. Но что же будет, если мы поставим на сопротивление буйвола против нашего щита? Что же будет? Кто победит? Извините. Итак, вот мы идем на буйвола. Прикрываемся щитом и... Это новая анимация. Я ничего не... Ничего, никаких, это без всяких модов. Вы видели? У него как бы начала кружиться голова. Урон же у этой махины вечно разный. Все это сопровождается отрыжкой, которая тоже наносит хороший урон. Но вот, у него начинает кружиться голова. Этого я вам и хотел показать. Отойдите, пожалуйста. Отрыжка весьма хорошая. Вот что я вам хотел показать. А сейчас же основные характеристики. И вернее, не основные, а другие характеристики. Здоровье не особо большое, так сказать. Основные характеристики. Спавнится при дефах на деревню во второй волне. Реакция на щит. Головокружение. Дроп из такой махины. Тут довольно-таки редкий, но и довольно-таки обычный. Дроп из такой махины, оказывается. Я ничего, опять же, не монтажил. Так как я это не умею. И без всяких модов, так как я их тоже спавнить не умею. Из каждого такого моба выпадает седло. Сейчас я и этого грохну. Из него выпадет тоже седло. Этого тоже грохну, из него тоже выпадет седло. Основных текстур. Рот. Зеленые глаза. Основные характеристики уже показал. Есть рот, есть тело. Есть две ноги. Они слиты в одну. И есть еще две ноги. Они не слиты в одну. Итак, вот наш. И его просто-напросто не замечает наш разоритель. Бродячий торговец. Его даже без невидимости не замечает разоритель.
Вот он без невидимости, и его никак на него не реагирует. Никак на него не реагирует никакой разоритель. А вот Хелиадина он уже убьет. У него выдвигается челюсть, что ли. И бьет. На седле, к сожалению, никто не может сидеть. Еще. В следующих роликах я покажу, как реагируют разные жители на колокол. Насколько действует колокол? Пора бы поставить на паузу. А также, как реагируют разные мобы на разных мародеров. Также будут, сколько можно найти мародеров. Зачем используются разные печки? И как же построить собственную деревню, чтобы там не просто жители ходили, открывали двери, а реально торговали или еще что-нибудь. Такой ролик я уже вроде как делал. Жители никак реагировать на колокол не будут.